Делала внизу. Классно делала. Нет, она наверху сделала. Нет, там внизу, а там внизу немного. Ну, все равно было классно. Я вот не знаю. Вот это вот. То есть я даже не знаю, как это узнать. Так. Ну, я думаю, что диапазон не сильно огромный там. А вот мне интересно, это же все само? Или у вас там педагог есть? Ну, во-первых, само. Нет, само. Во-вторых, Бога. Во-вторых, у меня прекрасный педагог. Да. То, чем он, значит, попасть в педагогу. То есть педагог у меня с самого начала такой хороший. Она меня причем еще так. Здесь вот воспитывала, и здесь вот все так. Хорошо. Шпионы! Ведь не шпионы! Я дома только рассказываю, что вот есть такой человек. Про JCS я могу что-то дать послушать, а про вас только самого, если то. Она поет примерно так. Только еще раз в 4 лучше. Так не 4 раза невозможно. Так никто не. Чтобы так петь 30 лет учиться. Только так и приходит. Я обязательно. Я думаю, что все-таки мне нужно какой-то хороший диск. Конечно. Не пиратский, какой-то хороший диск издать. Я думаю, что Кусин будет. Нет, правда, никто не живет. Обязательно. А вот насчет концерта, вы, пожалуйста. Поддерживаю связь. Мне нравится это. Это классная идея, потому что если так объединиться, то, допустим, усилия, да, то есть и здесь, как бы в Казахстане, найти поддержку. Да. Я думаю, что у нас можно должны очень, быть какие-то. Очень. Тем более, если с Джессиками объединиться, это вообще будет. Представляете, что будет? Страшная вещь вообще. Конечно, конечно. Ой, интересно. Да? То есть, как бы, даже с теми же Джессиками, если поговорить, да, что они там насчет этого думают, то есть у них есть какие-то, может быть, мысли. Что, и раз тем более они думали, я тоже со своим продюсером думала, не знала как. То есть, допустим, как это все. Есть в Москве несколько залов, очень 500-600, нет, даже там 2000 братьев. А Васька слушает? Скажи, можно взять театр эстрады. И будет есть. А, не знаю, какой в Трамбомате, что происходит с арендами залов. В Москве происходит какая-то фантасмагория просто. Ну да, да, да. Вот, да. Страшные, страшные цены? 12, 17, 15 тысяч долларов за вечер. А сколько мест? Ничего себе. Приезжайте, например, к нам в концерты. Да, конечно. А здесь публики нету такой. Я могу сказать, что, скажем, МХАТ 1200-1300 мест. Они то ли 13, то ли 15 тысяч долларов просят за аренду. Не 11. Сумасшедший зал, потрясающий. В Америке дешевле, да? Дешевле. В Америке устраивают концерты, выведите, не кажется. И билеты дороже надо. Билеты дороже, зал дешевле. Выглядит гораздо в Москве. Боже, но есть несколько залов, 500-600 мест. Вы уже, а вы на чем едете? На машинах или на автобусе? Появился новый, совершенно неожиданный зал в прошлом году, в котором мы уже испытали себя, песни нашего века, при полном битке. «Золотое кольцо» называется, знаешь так? Центр Надежды Кадышевой. Он находится где-то, извините, в Бразилии. Задниц. Да, метро Тимирязевская, и оттуда еще тыцкать на автобусе, и туда добраться никак нельзя. Но самое интересное, что и оттуда, из этого места, ни до какого культурного места вам добраться спасибо нельзя. Поэтому очень пригодился. В огромнейшем микрорайоне. И он обслуживает там все. Там все концерты проходят при гиперанштагах. Да. А менеджер там и администратор там сейчас Ирина, которая когда-то работала, забыла ее даже фамилия какая-то, такая низенькая крепенькая тетенька, она была администратором Олимпийской деревни. Ты знаешь ее наверняка. Ее все знают. Она всех знает. Она хочет там устраивать, помимо самой Кадышевой, которая там в полном компоте купается, это ее зал принадлежит. Она хочет там проводить концерты. И там очень хорошо. А в Цидри сколько ему? В Цидри? То ли 400, то ли... Там зал-то бесплатный, понимаешь, вообще? Нет, но там, он, ну, можно договориться. Он, по-моему, бесплатный, но он и не продается. Там такой. Ну как-то можно там договориться. Там нет, зал как-то можно договориться. Да. Если бесплатно, то и бесплатно, да, пригласить. А если платно, то дорого стоит? Да. Мне он не очень нравится. Там же зал в Питере, ДК «Газа», да? Такой. «Газа» отлично.
Ну, мысли интересны. То есть, в принципе, нужно это, наверное, как-то, да, да, как-то переварить. Да. И, потому что если, тем более, мысли совпадают у всех, я имею в виду, что вот желание, да, то, мне кажется, это будет легче. Больше же мы не одни делаем, как-то. А сейчас год Абая в Москве идет. Выучите одну песню Абая. И под эту тему вообще. Да нет, просто можно с посольством. Посольство России, ой, Казахстана в России — замечательное посольство. А когда будет Годжамбула? Ну, они могут и часть предателей нам проспонсировать. У меня перед домом стоит памятник. Вот. Не надо, товарищи, не надо. Да, серьезно? Я вам скажу, что Джамбул — это самый первый предатель был. А чем он сделал? 37-й, 38-й. А чем он сделал? Потому что я знаю достоверно. А чем он всех закрыл? Что такое? Он сдавал просто. Кого? Да. Кому? Поэтому... Кого? Большевикам? Сдавал кого? Ну, сталинскому режиму, там же это, репрессии были. Вся родня репрессирована, да? Поэтому все и знаю. Почему мы помнили? Кошмар. Ну, не публикует. Страшно как бы свергать кумиров. Это написал не он, это написал русский поэт, а он потом перевел на казахский. Сделали, как будто этот перевел с казахского. Это написал толдыкурганский поэт один, русский. Которого тоже репрессировали. Это который «Северный ветер». Хорошо, хорошо. Только так. Машка, улыбнись. Подожди, придвинь к ней вот эту вот штуку. Еще ближе, ближе. О, вот так. Игрушка, ты играешь? Та-та-ра-та-ра! Она репетирует страшно. За душки не та, ты не та, но не по нотам, а так. Не кружи на головою черный ворон, а кружи шапою. Могу пойти, могу не удариться. Падает ли снег, я под этим против дома твоего стою. Жду, что ты придешь, а быть может нет. Стоит ли я увидеть дом, как я счастлив. Блин, не успела. Теперь видно. Наш устроен мир. Серега, тебе лучше? А любви моей, раны. Покажи свои раны, впечатли. Какой кошмар. Смотрите. И это рука музыканта. Нет. Это не так. Ну-ка, расклей, покажи. Врешь, поди, да? Расклей, покажи. А ты на руки-то на его посмотри.
несчастные, измученные. Только бы Коля бы не откинулся спиной. Только не это. Все, нам пора. Можно мужчин снимать в окна. Копейки буквально стипендии отрывали. Вы что? Сергей, Сергей, и несовестно тебе перед нами, бывшими комсомольцами. Ну-ка скажи, скажи. Нет, нет, не совестно. Хорошо, ты сейчас отрабатываешь, да? Свои музыки. Ты нам даришь ее бесплатно, без всяких членских взносов. А ты, Эдик, был комсомольцем? Утро вот у бардов начинается. Что там делать? Он такой, я вчера перепил. Вот одел гидрокостюм, чтобы немножко остыть. Ну, там в воде постоянно холодно, он одел гидрокостюм, пошел там, остыл. Сразу на такое большое давление матраса. Не, раз мы всех снимали в таком состоянии, то и Лене надо снять. Каково здесь было вчера? Ну-ка рассказывай. Да, не знаю, все, по-моему, спать разошлись. А мы песни пели у костра почти до утра. Классно, завидую страшно. Вот это наше жилище организаторское. Дина, ты купаться собралась?
спать, Сташки. Бросилась. Диночка, будь добра, вот этот пакет. У меня там где-то очки. Ага, у меня очки. Дина окунулась? Не окунулась? Умылась? На Фурманова, да? Да, на Фурманова Джамбула. Короче, что правительство Америки руководимо, так сказать. Ну, тут с ума сойти можно. А чего удивляться? Ну, да, уже снимают нас, правильно? Да? Потому что это нужно доложить своим, что много знают. Офига. Кстати, такая удивительная вещь. Без проблем снимала камера до тех пор, пока вот я сейчас не стала снимать. Да, и всю речь Зайтуна я пропустила. Да, очень значит, важно. Эта речь не должна войти. Не положено. Не положено. Вот интересно. Не могут осмыслить такие вещи, да. Мы один раз на работе так звуковое письмо писали, но мне очень не хотелось быть туда записанной. Когда все записались, оказалось, камера не включена была. Ну, я, честно сказать, не пользуюсь ни всеми этими мистиками, ничем. Нет, я ничего не делала, просто я не хотела. Это же не мистика, это же научное исследование. Ну, понимаете, вот, например, я могу прочесть Верещагина и руководить другими людьми. Зачем это мне нужно? Я уважаю их свободу воли. Да, есть же ответственность. Я могу манипулировать, но мне это не нужно. Одно дело знания, а другое как. Но не все же такие, извините, высокоответственные товарищи. На этих дыровцев посмотришь, они все какие-то, правда, зомбированы. Здравствуйте, кого не видали. Здравствуйте. Падайте здесь рядом. Как песочек? Горячий. Песочек классный. Сейчас идут навстречу и говорят, водичка, молоко с холодильника. Я думаю, что там можно встать, закинуть закид и привязать его вон туда, да? Конечно, окунемся, я сейчас пойду. Я нырну уже. Сазан что там? Сазан говорит, ловиться нельзя. Ой, я сегодня как это... Я когда нырял, он мне так и сказал. Когда холодно, открывать рот не ловиться, говорит, я не буду сегодня. Я занят. Хуже вас? Ну, а про меня ничего не сказал? Ну, спросил, а Леха придет? Придет. Я тогда поплыл, ушел. Я там уже ныряю. Вы барты из отеля? Когда едешь, то ничего. А увлекаетесь? Я вот слушаю вот суфистки, расскажите, что там интересно. Ну и как там? Серебро пугает. Нормально. Буду акул приманивать, буду акул ловить. Слушай, глубина есть, может, правда, на ночь поставить дать? Привет! А теперь на берег! Я же говорю,
говорю, нам ты сегодня. Я не знаю. Ну что там, 8-25 часов. Я правда есть всего 20. Там хорошо плавать. Чего? Приехал послушать. Что? Они вечером или вечером? Вечером. Вчера был в 9 часов. Ничего там нет, что-то. Ну что, там должны быть основные приезжать. Записи. Не в какие рамки. Даже я могу процитировать. Он говорит, мы еще возьмем фразу здесь, которую творческие люди должны помнить всегда. Он говорит о том, что вот. В бардовской песне надо перестать относиться как к художественной ценности. Она не для этого, не в этом не самое главное. Вот многие барды сейчас у нас очень хорошо выглядят на сцене. Но просто у них блестяще все получается, и игра, и пение. А когда все абсолютно выверено, вымерено точно, то это становится во многом бездушно и не действует. Теряется естественность. То есть это тут даже важнее, чем... Да, хорошая интервью. Хорошо. Ну хорошо, песенка называется «На взгляд печально откровенно». А вы пишете сами сюда? Да. Ну, три Лехи, да? Три Лехи за одним столом. Печально откровенно, и бесконечно льется время, и сердце бьется все сильнее. В том взгляде нет надменной фальши, все глубже в нем тону, все дальше. И как поверить в это счастье, случайно выпавшее мне? Читать мистический рассказ печальный.
взгляд хранит молчанье и не спешит признаться мне, назначив тайное свидание души взволнованной душе. Он длится не одно мгновенье, тот взгляд печально откровенный, и бесконечно льется время, и сердце бьется все сильней. В том взгляде нет надменной фальши, все глубже в нем тону, все дальше. И как поверить в это счастье, случайно выпавшее мне? Что, девчонки, устали? Да нет. Интересно? На посту, да? Да. На посту не стоишь. Мы всегда в рабочем процессе. Что вот на данный момент больше всего вам кажется, ну, самое интересное произошло, на ваш взгляд? Самое интересное? Самое интересное, что в первый день, когда люди приехали, несмотря на то, что еще не было именитых гостей, ничего такого масштабного не было, была просто организация, вот все по мелочам. Народ был в восторге от всего, в восторге. Класс. Все ходили вот, как здесь здорово, как здесь класс. То есть с местом угадали вообще. Да, хорошо. Люди очень дружелюбные. Угу. А с других стран приехали, там, в Кыргызстан, Узбекистан? У нас приехали из Кыргызстана, из Бишкека. Из Бишкека, да. А с Казахстана тоже с нескольких городов, с Казахстана есть. Из Каменкур, все понятно. Угу, хорошо. Есть зажигалка? Ты знаешь, камера начала гнать откровенно. Если будет, но мне кажется, тут перспективно можно сюда вставать на правду. Не преступление. Вы так красиво шли втроем с гитарами наперевес. Это Рухардо, комплекс на побережье Исык-Куля. Грамма не пила. Никакая ялкашка. Я трезвая, я просто уставшая. Ага, не знаю мы теперь. И что? Ой. Снимай. А ты ее чуть видишь? И этот, и тот. Аня, и тот тоже фотографирует. Лариса! Лариса! Католический храм. Да, странно. Ну, у нас же Ленин как бы все время был как бы национализирован. То есть, да, большой казахи... оригинал дяденька был, конечно. Да. Все надо через призму национального восприятия провести. А может, у них просто элементарно этих не было. Как их называют? Ну, стройматериалов другого типа. Только меня!
Привет. Привет, Фатима, как что дела? Привет. О, привет, Дим. Непонятно, у меня эти остались журналы. Привет. Да. Журналы, мы просто, тебе Света не давал, наверное, мы просто к этому фестивалю публиковали несколько вещей о курсорийском слете и о самом Насаре. Я просто тебе потом, мы созвонимся, подборку дам. Обними, мальчик. Хочу, давай, отправим. Нифига, давай. Мама, а про что это? Давай я Ельцин, и он как бы... Тысы кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части теньше раскрошен. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарик в руке, месит болото. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолет. Где-то в морях неизвестных и злых бродят суда, словно суши осколки. Где-то в степях зацветает полынь. Там за хребтом мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Исык-Кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части дальше раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвье струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена, а за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Исык-Кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части тяньше раскрошил. Петь одну из совсем последних песен, недавно сочиненную.
часто спрашивают, откуда песни берутся. Знаете, они берутся вот сами так из жизни, раз, и появляются. Вот недавно один мой однокурсник, мой ровесник, мой товарищ, решил сходить на дискотеку, проверить себя в деле. Пришел, потанцевал, ему там какая-то девушка понравилась, и он, в общем, подумал, что он ей тоже понравился очень, пока она ему не сказала в конце: «Дяденька, сейчас так не танцуют». Я говорю: «Ты что расстраиваешься?» Она же сказала: «Дяденька, а не дедушка». То есть она себя позиционирует как племянница, что, как известно из русской литературы, вполне, в общем, хорошо. Он говорит: «Да я и не очень беспокоюсь», и сказал фразу, которую я с тех пор держу для себя как такой девиз. Он сказал: «Знаешь, вот это все, что у нас с тобой выпадает, это все молочные. А там такие коренные растут, они сейчас еще как вылезут, и мы всем еще покажем. Я хочу спеть песню, некое такое посвящение от тех, у кого скоро появятся коренные, тем, которые знают, как сейчас танцевать. Песня называется «Она». Она настолько грациозна, юна, умна, скромна, томна, что совершенно несерьезно ждать продолжения кино. Навряд ли грузчиком портовым она, зардевшись, скажет «Yes». Она к прекраснейшим готова ролям в чудеснейшей из пьес. Она не верит длинным фразам и комплиментам неземным. Ей ни к чему великий разум, она умна умом иным. Как будто матушка природа излишки мудрости своей по генетическому коду отправить исхитрилась ей. Она морской подобна пене, танцуя в брызгах конфетти, ей не составит затруднений, как Джеймсу Бонду мир спасти. Она пройдет и мир воспрянет и обретет лицо свое. А я настолько сильно занят, что мне вообще не до нее. Всем добрый вечер. Ты послушай, как ливень шумит за окном и картавит опять разговорчивый гром. Я дождь, я капли на ладони, я дождь. Вот облако уронит меня к земле, и, слава Богу, осень зиме не задает вопросов. Я дождь, на фонарях качаюсь, я дождь, прольюсь и не отчаюсь. В меня зонты направят свои копья на север, в пасти лагерей, а в них голодные зэка, как стаи загнанных свирей, и гнали зной и холода, их добивали хороня. И это страшная беда, однажды выбрала меня. Горели адовые круги, когда свой крест я проносил,
друзьями стали мне враги. Но я об этом не просил. Они кричали мне «держись!» И я стоял, что было сил. Судьба мне подарила жизнь, но я об этом не просил. Не веря сытым холмам и не боясь конвойных псов, я жил, не зная счета дням, с душой закрытой на засов. Я выжил всем смертям на зло. Среди безвинных, как и я, а тем, кому не повезло, пусть пухом стелется земля. Так говорил мне бывший зэк, каких немало на Руси. Когда царит кровавый век, не верь, не бойся, не проси. Спасибо! А подготовиться я прошу Галину и Геннадия Банниковых. Песня посвящается памяти Насара Кульсариева. Что-то Бог накрутил, не ропщу, он мудрее, эту жизнь отхватил. Там своя лотерея, зачерпну красоты и назад в бесконечность, что за путь до черты. То ли день, то ли вечность, может случай мою оборвать эпопею, ничего не спою и сказать не успею. Я авансом заранее мир обниму, благодарность ему крепко руку пожму. Знаешь, мир, я так рад, что тебе пригодился. За женой присмотри, про детей не забудь. И не плачь, до меня столько лет обходился. Ну и после меня ничего как-нибудь. Ты не плачь, до меня столько лет обходился. Ну и после меня ничего как-нибудь. Перспектива одна, за оградкой участок, пью судьбу всю до дна. Хоть не балует часто, то подъем, то завал, все зигзаги выводит, я б давно наплевал. Да надежда подводит, жизнь рассудит сама. Кто же лучше смеется мемуаров тома? Жаль, не всем удается список песен и дел подчеркнуть и того, вот и он не успел. Можно я за него? Знаешь, мир, я так рад, что тебе пригодился. За женой присмотри, про детей не забудь. И не плачь, до меня столько лет обходился. Ну и после меня ничего как-нибудь. Ты не плачь, до меня столько лет обходился. Ну и после меня ничего как-нибудь. Что ж, теперь без меня ничего как-нибудь. Леонид Тернов. На сцену выходит. Но мне лично до сих пор в ушах
стоит голос Дины Кульсариевой, когда она позвонила и сказала: «Умер Насер». Конечно, тяжелая потеря. А песню, которую мы сейчас вам хотим спеть, мы посвящаем Дине. Диночка, мы тебя очень любим. Всегда рады тебя видеть. Стихи Николая Тряпкина. Что ни ночь, то луна, до последней звезды по окрестным лугам серебрятся пруды. Где-то крикнет петух, где-то скок табуна, а в застывшем пруду серебрится луна. Серебрится луна, зеленеющий луг, зеленеющий луг, замирающий мрак, замирающий мрак. А вдали за селом перебранка собак, пролетают созвездия, гудят провода. За столбами столбы, за годами года, за годами года. Пролетел огонек и в ложбинке исчез, а вверху на свету холодеющий лес. 40. Сорок лет, сорок зим. Сорок весен, а осень так легка, будто вовсе нет тех сорока. Знать, пока мы с тобой в состоянии сбросить с плеч года, то и осень еще не беда. Знать, пока мы с тобой в состоянии сбросить плеч года, то и осень еще не беда. Это просто на листья упало, опало, и летят как попало они, но кружась. Знают, что по весне все начнется сначала, что не кончилась жизнь, просто жизнь удалась. Знают, что по весне все начнется сначала, что не кончилась жизнь, просто жизнь удалась. Нас ветра дождями не смоет. Трудно выразить. Попытаюсь. Меняются попутчики, но остановок нет. Веселые, пьянящие движения упоения с печальной приправой прощание навек. Проносятся пейзажи, проносятся портреты, гулянки, пьянки, битвы, любовь, морковь и кровь. А что-то еще сбудется. Подготовиться я прошу Илью Башкатова. Мы попросим подыграть нам Леонида Тернова. Находясь в центре Тяньшаня,
мы не можем не исполнить эту песню, которая такая очень экзотичная, немножко с китайским акцентом и всеми, надеюсь, уже любимая. Тишина, в моем сердце весна. Мой ин, мой и, твой я, твой я. А вокруг нас тень шань. Твой я, твой я, мой ин, мой и, небо синь. Сладкий вкус родника вдаль уносит река. И величие гор отражает твой взор. Колоны лошадей самых разных мастей. Самобытно красив этот нежный мотив. Мой инь, мой инь, твой янь, твой янь. А вокруг нас тень шань. Твой янь, твой янь, мой инь, мой инь, небо синь. Аккомпанемент Леонида Тернова. На сцену выходит Илья Башкатов. А подготовиться я прошу Фарида Сахабуддинова. Это был первый фестиваль. Мне посчастливилось познакомиться с Насером Кульсариевым. И он на всю жизнь в моей памяти останется как очень добрый и веселый человек, который очень тепло меня принял и благословил. И в его памяти я исполню песню Юрия Висбора. Как хочется прожить еще 100 лет, ну пусть не 100, хотя бы половину, и вдоволь наваляться на траве, любить. Быть немножечко любимым и знать, что среди шумных площадей и тысяч окон, залитых огнями, есть родина из нескольких людей, которых называем мы друзьями. Лучшие ребята из ребят раньше всех уходят, это странно. Что ж, не будем плакать беспрестанно. Мертвые нам это не простят. Мы видали в жизни их не раз. И святых, и грешных, и усталых. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили про нас. Как они бы помнили про нас. Мы шумно расстаемся у машин, самолетов и кабриолетов, загнав пинками в самый край души предчувствия и всякие приметы. Но тайна мироздания лежит на телеке.
что слово смерть равно, как слово жизнь, не производит множественных чисел. Мы видали в жизни их не раз, и святых, и грешных, и усталых. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили про нас, как они бы помнили про нас. Когда от потрясения и тьмы очнешься, чтобы утрату подытожить, то кажется, что жизнь ты взял взаймы у тех, кому немножечко ты должен, но лишь герой скрывается во мгле. Должны герои новые явиться, иначе равновесие на земле не сможет никогда восстановиться. Спасибо. Называется «Кто мне дал такое право?» Нет, тех, кто ночью верховодит, загораживает свет. И своего рода такая формулировка даже, что ли, вот получилась. Ну что, Петя, хорошей и светлой любви, да? Еще сглазят, не дай бог. А что-нибудь такое жалостливое спеть? Может, и пожалеют. Осенняя причуда. Луна в движении очень странно, в полночном небе звездный блюз, за горизонтом чьи-то страны, куда я, в общем-то, не рвусь. Мне перелетных птиц не надо, мне с журавлями не досуг. Открыть бы форточку и ладно, чтоб сквозняком задула грусть. Но закроют зорниц перелетные птицы, рассыпая крылами тоску. Может, просто все снится на усталых ресницах, запоздалые сны поутру. А за окнами лица чередой вереницы, ну зачем я им нужен такой? Дал бы, Боже, напиться ключевою водицей, да ужиться с любовью одной. Шуршит причесанное ветром. Я представить не могу, чтоб с тобой были врозь. В летний полдень в пургу. Извините. Чуть-чуть поднастроить. Вот сначала. Я представить не могу, чтоб с тобой были врозь. В летний полдень в пургу. Как бы в жизни не пришлось. И весеннюю капель, и мне насти в октября, я представить не могу этот мир и без тебя.
летнего цветка на лугах. Даже если рядом мы выше не, я всегда лечу к тебе, ты ко мне. Я запев твоей любви, ты припев любви моей. Мы с тобой как два крыла в облаках, две травинки, два цветка. Невский. От верблюдов. Он этих верблюдов. Что-то впечатление прям вообще. Последняя песня очень эмоциональная была. Да вообще столько впечатлений. А верблюды? Верблюды, они грустные. Я когда была маленькая, я не могла говорить. Я говорила верблюда. Вот. Вот.
Кишулера, банда занималась разными делами, и за ней следила Губчика. Такого нет денег, сейчас я новую готовлю. Вот когда пятая выйдет, я как-то в Алма-Ату сюда переправлю обязательно. Счастлив? Да, очень. Передам журналами. Ну, если что, через Эдика. Вы с ним общаетесь? Не, вот, кстати, надо как-то обменяться телефонами. Обязательно. Может, диск у меня вот вышел. А вы на Питакорде встретитесь? Ну, диск там, песни на вашей... Не знаю, как вот у меня будет с выходом номера, смогу ли я поехать, если все нормально будет. Там же работа, понимаете, типография, мало ли что. Бывает, что-то не идет. Если все нормально пройдет, сдача номера, я пойду. Конечно, все будет нормально. Очень бы хотелось ваш диск получить. Желание такое. Все прибрать. Средний на середину хвоя. Меньше сделать. Раз, раз, два, три. Раз, два, три, низкий добавить. Раз, два, три. Да, да, да. Раз, два, три, низкий. Нужно еще чуть-чуть. Спасибо за внимание. Раз, два, три. Thank you.
сияют искры, золотые искры. Некуда сложить, куда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро. Некуда спешить, в жизни все проходит быстро. Все проходит быстро, некуда спешить. А мы тоже подряд. На влажных берегах разлить
валяться б на досках разогретого причала и видеть, как дымят далекие костры. И еще придет здесь зима, созвездие удачи и легкое лыжня мчится от двери. И может быть тогда удастся нам иначе, иначе, чем себе прожить остаток дней, иначе, чем тебе прожить остаток дней. Вот правда. Ой, давайте еще сюда. Ой, давайте еще что-то. Нет, нет. Так, давай. Нужны Парижу деньги. Сэмми! А рыцари ему нужны тем паче. Ну что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пора пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем. Мерси боку! Мерси боку! Пора, 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 не пройденных дорог сумел пробить росток. Открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья. Обещал прогноз, то снег, то сном. Рожденных песней ветер легок был и весел, и в дорогу звал нас за собой. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь окна свет, сияющий на свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, там не пройденных дорог сумел пробить росток. Свой мотив у каждой песни. Я точно папарацци. У меня столько, снимков, ну таких. А у него еще больше. Меняемся, Женя. Нас простая мысль бежит. Мы услышать музыку смогли. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь комната свет, сияющий на свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг, там увидишь дыть на свет и сияющий росток. Пусть идут дожди, прошли без одних не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток.
Морская грудь. Опа! На второй. Ты назад посмотришь, друг. Там увидишь Бог на свет, сияющий на свет. Пустит грудь, опустит грудь до спин. После беда не дожди. Там не пройденных дорог сумел пробить Ростов. Сияющий нам свет. Пусти дух дожди. Прошлый бед, а ты не жди. Нам не пройденных дорог сумел пробить раз. Я белый. Как же господь. Я не говорю, что он старше меня, я просто говорю, посмотрите, какой я белый. Я так думаю, что нам осталось еще спеть песню, знаете, как? Какую? Почему осталось? Let it be, let it be. Let it be, 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 let it be. Нет, почему ты еще пели? После банкрутки. Одновременно. Самый старший. А споет она? Отгадайте, какую песню. Она Екатерина Сергеевна. Какая песня? Катюша! Ну, Катюша, правильно. Все знают эту песню? Давайте поможем Катерине Сергеевне. Она только у Никиты поет. А Никита Сергеевич, это не Хрущев, это Неверович. Выходила на берег Катюша, Мы постараемся вас не потрясти, скажем родителям, бабушкам, дедушкам.
а на том значке нарисован был жучок в том крючочке, и на нем висел значок, а на том значке. Один жучок, но он был так мал, что глядел я целый час и не разобрал. Был у жучка значок, был ли на значке, был ли на значке, был ли на значке жучок.
Yeah!